Друзья, большой привет из Египта с раскопок около Великих пирамид. Меня зовут Максим Лебедев, я старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук и хочу представить вам своих коллег. Это Светлана Малых, все мы старшие научные сотрудники, это керамист экспедиции и архитектор наш Сергей Витохов. Здесь вместе, в этой гробнице жреца Хафраанха, собирались материалы для нашей первой книги, которая называется «Забытые гробницы. Тайна древнего некрополя». И сейчас я о ней подробнее расскажу. Тоже я выбрался на поверхность, изрядно испачкавшись сразу в нескольких гробницах. И наша первая книжка, она посвящена этому замечательному месту, некрополю около, у подножия Великих пирамид. Об истории его изучения, которая занимает уже более 200 лет, о первых великих исследователях, о авантюристах, таких как Джованни Батиста Бельцони, или Джованни Батиста Кавилья, или первые по-настоящему уже такие матерые археологи, такие как Флиндерс Питри или Райзнер, который руководил здесь американской экспедицией очень большой, работавшей вплоть до начала Второй мировой войны. Ну и, конечно же, о работах наших современников, наших коллег, японцев, которые только-только закончили разбирать вторую солнечную ладью Хуфу, и, конечно же, о работах нашей российской археологической экспедиции, Института востоковедения, академии, нашей Российской академии наук. Двое авторов этой книги, Сережа Витохов и Света Малых, они работают в некрополе Гизы уже больше 20 лет, и, поверьте, им было что рассказать, так же, как и мне. Хотя у меня, конечно, опыт работы здесь поменьше. Но, тем не менее, историй накопилось довольно много. В общем, первая наша книжка о романтике археологических исследований, о романтике научных открытий, научного поиска. И я надеюсь, что она будет интересна всем, кто занимается, интересуется, увлекается историей древнего мира, историей древнего Египта, конечно. В общем, добро пожаловать в Гизу!